Так, Алексей, смотрите, вот я про вот эти велики имею в виду, Хуачи. Красавец, конечно, велосипед это вот. Ну, я вам не этот рекомендую, я вам по-другому сейчас покажу. Вот 20-е колеса, может, вы видели такие велосипеды раньше? Видите, тут поворотники, все, вот. Запомнили, да, вот такие покрышки новые, 20-е колеса. А я вам рекомендую вот эту модель, смотрите. Вот он, Монстр Хуачи, вот такой вот, на 16-дюймовых колесах. Вот такая подножка у него широкая, вот то, что я говорил, смотрите, сажусь, у меня 44 размер, да, вот ноги, вот я сажусь, мне нормально, и у меня даже почти 45, да, и вот смотрите, вот здесь дисплей, включаем, тут музыка по Bluetooth уже есть, держатель для телефона, сигнал, поворотники право-лево, вот такие. А теперь, внимание, фара, смотрите, какая фара. Просто она очень яркая фара, то есть такая, видите, все диоды задействованы, получается. Ну, она очень лупит хорошо, ну, ночью именно, если ездить на ней, ну, на нем, на этом велосипеде. Вот, то есть эта фара, она, ну, очень яркая. Потом здесь сделали продумано, видите, уже все, чтобы провод не перетирался. Вот такая вот, как резиновая штучка для провода, чтобы не перетирался в раму. Сигнал уже установлен здесь, чтобы туда грязь не попадала. Вилка хорошая, с хорошим ходом. Здесь вот такие вот катафотики сбоку, чтобы вас видно было. Диск тормозной. Резина летняя. Потом что еще здесь? Помощник педали есть. Вот. Теперь показываю, как он едет на третий. Это не полностью заряженная батарея. Не полностью. Сейчас принесу полностью заряженную, покажу. Сейчас. Шахрух, вот эту батарею черную с велика, с Хуачи принеси. Поставили другую батарею, Гриффин, кстати, вот 33-й аккумулятор, смотрите, сюда смотрите. Вот, пожалуйста, 76, показывает он 76, вот, полностью газ в пол. Очень хорошо тормозит, здесь есть все, и вот такие вот уже идут. Брызговики и крылья здесь хорошего качества, толстый металл. Вот. Потом вот такой вот багажник-трансформер раскладывается в трех положениях. Вот, видишь, видите, такой багажник. Сиденье хорошее, удобное, мягкое, откидывается. Его родная батарея 21,5 ампер. Вот, 21,5 ампер хорошего качества. Так, вот эта батарея не родная получается. Видишь, мы сейчас подключили ее. И вот он для ног, то, что как раз я показывал. Также есть сигнализация. Завели вот без ключа. Все. Фары, свет, все как положено. И, кстати, зеркала прикольные, такие вертикальные. Вот так регулируются. Вот, видите? Короче, единственный звук, как потише сделать, мы не знаем. А так все четко здесь. Поворотник. А, я же вам задние не показал. Вот так это все выглядит. Вот специальные лучи по бокам. Вот такой вот велосипед сейчас у нас просто разрывают, рвут на части на самом деле. По комплектации здесь зарядная идет на 3 ампера. Педали, паспорт идет. В паспорте написано 240. Все, можно по этим по тротуарам ездить. Сейчас. Я получила. Вот. 240, 24 км в час и вес 33,5. Фактически выдает 21,5 ампер. Все. И увеличенная корзина по высоте, ну, по площади, так сказать, да, по объему. Сниму, все. Очень хороший велосипед, на самом деле. Мне нравится. Посмотрите, присмотритесь, Алексей. Может быть, такой лучше вам, действительно. Этот прям очень хорошо тянет.